Мой друг, подруга сердца и души, я с ней живу, учусь, мечтаю. Сегодня признаюсь я ей в любви при всех, и чувств я не скрываю. По жизни, в счастье и в беде, она со мной, навечно рядом. Со мною быть ее удел, а большего мне и не надо. Я чувствую ее дыхание дня в листве, цветах, полете птиц. Ласкает своим голосом меня, ее влиянию нет границ. Она везде, она повсюду, она смысл жизни придает. Я с ней навечно связан буду, мой разум только ей живет. С ней я смеюсь, а временами плачу, но я другого не желаю. Не мыслю жизни я иначе, и лишь ее я выбираю. Ты искренняя, чувственная, озорная, умней, мудрей тебя на свете нет. В любой момент я точно знаю, найдешь ты мудрый для меня совет. Подскажешь, выручишь, научишь, и выход ты всегда найдешь. От суеты и серых будней согреешь сердце и спасешь. И перед вами мой желанный зритель, со сцены этой говорю. Моя богиня, мой спаситель, о, музыка, я так тебя люблю. Настроение отличное, энергии куча, будем зажигать! Ну как же, сегодня что? Я
пятница. А по пятницам у нас что? Вечерние, красивые, классные вечера. Мы, как ты думаешь, с кем хорошо провести этот холодный вечер? Не знаю. А с кем? Ну как же, с семьей и друзьями. На концерте. Так вот что готовит наш Александр. Конечно, концерт. А у нашего Александра есть песни в репертуаре? Конечно, у него огромный опыт, отличный большой репертуар. Порадует каждого слушателя. А где же сам Александр? Наш Александр, конечно же, в боевой готовности, за кулисами. Сейчас он будет готовиться, подготавливаться. Он очень хочет увидеть своего зрителя, встретиться с ним, поскорее показать, как он умеет петь, как он старается и вкладывает душу в весь свой концерт. Давайте поддержим нашего Александра очень долгими и теплыми аплодисментами. Ну что-то у вас совсем какие-то тихие аплодисменты. Может быть, вы поддержите Александра? Скоро появятся первые цветы, у меня уйдет стойка со сцены. Вот, и пользуясь случаем, раз скоро у нас весна наступила, пользуясь случаем, я хотел бы песню следующую посвятить женщинам. От лица всех мужчин сказать, что мы вас очень любим, ценим и жить без вас не можем. Мы радуемся каждому дню, проведенному вместе с вами. Спасибо вам за все.
Вечный Господи мир невозможен без вас. Там без весенних цветов, там не хватает нам вас. Одну речь свою. Любите, верите, ждете, рождаете нас. Ваших влюбленных отцов, сила в слезах ваших глаз. Сила нежности. Сила нежности. Приглушив гостиный свет, мама, посидим в тишине. Слов не нужно ни мне, ни тебе, чтоб друг друга согреть. Приглушив гостиный свет, мама, посидим в тишине. Ha ha ha!
знаешь, мама, мне трудно без тебя. Я не могу, я так скучаю, мама. Тревоги и печали, знаю, всегда нам нипочем. Все будет хорошо. Ты подарила мне свет, ты подарила мне мир, ты разгадал все тайны, ты в моей жизни кумир. За радость и за нежность спасибо, мама. За доброту и надежду спасибо, мама. Я не могу без тебя, я...
Весенним утром ранним над океаном алые взметнутся паруса. И скрипка пропоет над океаном. С друзьями легче море переплыть и есть морскую соль, что нам досталось. А без друзей на свете трудно было б жить, и серым стал бы даже алый парус. Просто футбол.
паруса, свой полет по жизни легким сделай сам. Заряжай, выше облаков паруса. Самых
зависть. Ой, когда снега растаю, страна, и пусть. Ой, когда крыша летаю, ой, когда на сердце весь. Ой, когда снега растаю, страна, и начал заниматься вокалом. Мой интерес к вокалу проявился еще в 2014 году, когда на экранах телевизоров появилось новое шоу «Голос дети». С первого выпуска оно заинтересовало меня. Я погрузился в историю участников с головой. С нетерпением ждал выхода каждого нового выпуска. Мои переживания за так полюбившихся мне участников проекта можно было сравнить с нахождением вместе с ними на сцене перед судьями. Желание смотреть телевизионное шоу, не отрываясь от экрана, переросло в нечто большее. Мне стало интересно узнать, какой жизнью живут вокалисты. Именно в тот момент во мне разгорелся спортивный интерес. Я начал задумываться о том, смогу ли я петь. Петь так, как дети по ту сторону экрана. Получится ли у меня? Эти вопросы уже совсем скоро привели меня к действию, к кружку вокала. Идти на первое занятие было очень волнительно, ведь я понял, что это начало моего долгого пути к цели. Уже через год я вышел на сцену с микрофоном и подготовленным номером. Волновался так, будто первый раз в жизни стою на сцене, хотя до этого мне приходилось выступать, но только со скрипкой. На моем пути встречались трудности, без этого никуда. Но я продолжал работать над собой и шел к своей цели. «Иди вперед и никогда не сдавайся». Именно эти слова помогали мне не опустить руки в трудные периоды. Я продолжал обучение, упорно трудился и добивался своей цели. «Хочу научиться петь» – так она звучала в моей голове. Я участвовал в различных конкурсах, набирался опыта, общался с другими ребятами, которые были добры и открыты ко мне, делились со мной опытом, что и помогало мне узнавать для себя все больше и больше нового с каждым днем. И вот наступил тот момент, когда я вырос, и мне пришлось поменять учебные заведения. Тогда я и оказался во Дворце пионеров, где для меня открылись новые двери, появилась возможность развиваться дальше, не только как вокалист, но еще и актер. Я нашел тот коллектив, в котором мне приятно и комфортно работать и по сей день. Это место стало для меня домом. Здесь есть семья, поддержка и большой рост. И вот сегодня мой первый сольный концерт, на котором я показываю не только отработанные номера, но и все свои 8 лет упорной и плодотворной работы за кулисами. К слову, победитель проекта «Голос дети» отправился на детское Евровидение. Для него Максим Фадеев написал песню, с которой участник вышел на сцену. Как теперь это сделаю я. «Белые ангелы». Белые
Наша жизнь.
на часах, наше счастье на весах, та звезда. Thank you.
сильных стран и синий ураган. Ходят в синем море корабли. Может, потому-то и понятно морякам, что такое океан любви. Этим смелым парням и беда, и беда. Пусть и водная их помогает звезда. Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Кстати, девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Наши дела синие. Thank you.
Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан и, разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорей тебя обнять. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан и, разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорей тебя обнять.
знаю, покой пролив мою душу. И счастье не за горами, оно там, где хотят. Чем же мы потерялись среди историй ненужных? Надежды не оправдались, никто не виноват. Пора руки одной, но в разные стороны. Кто мы с тобой, а ты или вороны? Пора руки одной, но в разные стороны. Кто мы с тобой, а ты или вороны? Скажи мне, кто не ошибся, не сбился в жизни ни разу. Кто первый остановился, когда его несет? Но только вряд ли смогу, ведь отлетят мне эта жизнь коротка. Не знаю, точно ли есть кто-то там наверху, кто наблюдает за мной сквозь облака. Может, не стоит спешить, я до всего дойду сам. А просто-напросто жить без всяких против и за. Важнее всего, что здесь, я поднимаю глаза и в твоей гляди понимаю все, что должен сказать.
сидел. Я бы тоже устал, но я бы вряд ли смог его заменить. Может быть, что-нибудь спел. Но потом рассказал о своих планах, чтобы его рассмешить. Пора спуститься с небес к себе в привычную жизнь. И даже все семь чудес с тобой я то не сравнюсь. И каждый похожий на свете есть, а с любовью хранит. Я точно знаю, он весь, когда смотрю на тебя. Что значит правильно жить без всяких против и за. Дожди не падают и пыль, но все бывает бывает. Каждый проходит свой путь, что после встретиться с ним.